писала в интернете, я не буду говорить сейчас, о чем я там все писала. О, подарили мне цветы, любимые цветы моей бабушки Дуси, кстати. А бабушки уже нет, к сожалению, но цветы. Всегда, когда я их вижу, всегда вспоминаю. Вот эти. Правда, вот это они. Это по поводу вязаных носочков, шапочки, варежек, всех теплых вещей с огурцами солеными, которые вы мне дарите. Я просто еще раз говорю, это, поверьте, это так мило. Я просто поняла, что ни в одной стране мира такого нет менталитета. У нас все очень просто. Если ты человека любишь, то ты его хочешь сразу одеть и накормить. Благодаря вам, правда, люди, у меня столько носков. Мне так тепло. Чуть-чуть, Алена, капелька, буквально. Ну просто если бы не Алена, то песен было бы не 13 отделений, а 23. Она всегда делает. Значит, у нее тоже есть такой, знаете, вначале так вот. Потом. Потом-то.